вышла из метро Каширская и направляюсь к деревянному дворцу нашего царя Алексея Михайловича. Вот пока такой вид на него через шоссе. Гостиница в музее-заповеднике Коломенское. Каких только здесь. Вошла я на территорию, вход номер 5. Лужайки и деревянный красивый дворец. Ну, наверное, надо его обойти. А вот здесь есть карта, план-схема Коломенская. И написано, что здесь есть Вознесенская площадь, Государев двор, этнографический центр, музей деревянного зодчества, дворец царя Алексея Михайловича. Чуть дальше есть родники, основания склона долины реки Москвы, ниже церкви Вознесения Господня, Голосов овраг, группа родников Кадочка, валун Гусь-Камень, валун Деви-Камень, дубовая роща у Государева двора, вековые дубы в Вознесенском саду, Дьяковский овраг, родник возле чертова городка, Казанский сад, парк Липки, Липовая аллея в парке Липки и в Государевом дворе, Вознесенский сад, Аптекарский огород, Дьяковский сад. Так. Церковь Вознесения Господня 1532 года. Выставка Церковь Вознесения Господня. Колокольня. Церковь Святого Георгия. Водовзводная башня. Дворцовый павильон. Памятный знак в честь победы под Полтавой. Территория дворцов Екатерины II, 18 век, и Александра I, 19 век. В Государевом дворе ансамбль передних ворот 1672 года, экспозиция «Вехи истории», сытный двор, хозяйственная постройка, церковь Казанской иконы Божией Матери, историческая территория деревянного дворца царя Алексея Михайловича, 17 век, фундаменты хлебенного и кормового дворов, 17 век, челобитный столб, 17 век, мемориальный столб в честь освобождения крестьян от крепостного права, вторая половина 19 века, Спасские задние ворота, 1673 год, домик Петра I, 1702 год, Половецкая баба, 12 век, Двинский камень, его еще называют Борисов камень, 12 век, Соколиный двор, водяная мельница на реке Жуже, усадьба кузнеца, усадьба коломенского крестьянина, усадьба пасечника, комплекс конюшенного двора, музей деревянного зодчества, башня Братского острога, маховая башня Сумского острога, проездная башня Никола Карельского монастыря, церковь святого великомученика Георгия Победоносца из Архангельской области, 1685 год. Церковь усекновения главы Иоанна Предтечи, 1560-й, голландский домик Петра I, копия, аллея влюбленных, ну, потому что здесь свадьбы заказывают, и детский пункт проката. Статуя.
Петру Первому у входа во дворец Алексея Михайловича. А вон свадьба. Сегодня суббота. Вот такой дворец. Вот такой, вернее, вход. Тоже деревянный, но лестницы вряд ли будут деревянные. Это памятник Елизавете Петровне. Скульптор Фран Гулян. Сделано для города Балтийска в 2004 году. Обошла. Тут вот так выглядит это все. Интересно. Убранство окошек. Тут лестница и подъем вверх. И дальше. Вот это вообще-то герб. Он сбоку просто не виден. Ну что-то или... Нет, это не герб. Ну, наверное, какой-то петушок. Сбоку плохо видно. И я на фоне... Пройдя через эти ворота, приходим вот к такой красоте. Здесь львы. Пройдя вот через эти ворота, приходим вот к такой красоте. Здесь львы. Очень красиво. Здесь тоже подъем идет. Вот лестница. Такие замечательные окошки. Что-то лепное. Ну и это такой общий вид, впечатляет. Здесь очень оригинальный потолок, подъем. Это хоромы царицы. А вот я прошла через такой проход и вышла к красоте, которая называется хоромы царя и царевичей. Пушка тут есть какая-то. Надо отойти подальше. Не, у меня 2 минуты, чтобы снять. 2? Ну хорошо, полминуты. А у нас тоже нельзя? Еду. Я все видно, просто когда фунт еду сумок, мимо дворца. Вот что я имел в виду-то. На электромобиле. Потому что встал я не на эту сторону. Надо было мне встать в другую сторону. Но это сама виновата. Ну и да, не поразила эту тарту. Как уйти в сторону вставать? А так вот все нормально, смотри, вот. Все. Свет хороший. Не, я так хорошо не... Так видно на карету-то. А вот здесь вот этот свет вообще отличный. Все отлично, вот, и я тут вот, вот и пушки я хорошо, вот, и вы около пушки хорошо, вот. Вот, смотри, какие цветочки. Классно, да? Нет, и свет, и всем отлично вышли эти 2 раза. Вот. А вы где невесты? Невеста, все фотографии. Невеста. А как же они такие кушают там километры? Уже нет ни квазири, царей. Коломенска, народ всюду загорает. А ну да, да, они садовые, другого на Корее, потому что Корея. Яблочный сад.
неплохо. Много яблок. Жить за целый день не обойдешь. Если все будет нормально. Чудо под колесо. Опять сядешь.